Алроса помогла 32 детям с тяжелыми заболеваниями исполнить их мечту и попасть на матчи чемпионата мира по футболу. В этом ей также помогли благотворительные фонды, работающие в разных городах России. Партнером для этой миссии Алроса выбрала фонд «Подари жизнь». Благодаря совместной работе в регионах удалось найти детей, которым интересен футбол и которые могли по состоянию здоровья пойти на стадион. Большинство из них, особенно младшего возраста, на матчах сопровождал кто-то из близких – родители или родственники. Алроса со своей стороны помогла не только предоставлением билетов, но и отправкой их в города проведения матчей, а также оформлением паспортов болельщиков и решением других вопросов. Вместе со своими родными дети посетили матчи группового этапа чемпионата, а также игры серии плей-офф в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске и Сочи. Всего с учетом сопровождающих матчи посетили 58 человек.